Вот уже много лет жители правобережной части Ульяновска ждут воду, а точнее очищенную артезианскую, соответствующую санитарным нормам. Об обеспечении качественного водоснабжения говорили члены партии «Единой России» и представители городской администрации и правительства. Вопрос о резервном водоснабжении отражен в постановлении Совета Федерации в рамках Дней Ульяновской области. Проект подразумевает освоение Свияжского месторождения подземных вод и строительство резервного водозабора. Его стоимость составляет около 11 миллиардов рублей. Поэтому для региона важно войти в федеральную программу «Чистая вода» и получить софинансирование. Ульяновский водоканал, муниципальное предприятие, получили в свое время лицензии. Они ведут разработку, геологические изыскания Кузоватовско-Барышевского пласта. И на сегодняшний день есть возможность войти в федеральную программу. Мы уже практически в нее вошли, в федеральную программу, получить софинансирование для того, чтобы построить новый водопровод и получить хорошую качественную воду для обеспечения жителей города Ульяновска, в том числе правобережья, прилегающих муниципальных образований, качественной питьевой водой. Чтобы обеспечить жителей артезианской водой, необходимо пробурить 22 скважины и проложить 56 километров водовода. Это позволит обеспечивать город 100 тысячами кубов чистой воды ежесуточно. Для этого надо на конкурсных условиях, процедурах определить проектную организацию, будет Москва или Санкт-Петербург, получить проектно-сметную документацию и вписаться в федеральную целевую программу «Чистая вода». До конца этого года планируется разработать проектно-сметную документацию. Ее стоимость составляет порядка 200 миллионов рублей. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.